дембель, пацаны, наконец-то можно тихо полежать на боку. Вот еще один военный советский говорит любимой службе ку-ку. Добрый питерский министр табуреткин, выполняя дяди Вовы наказ, нам с тобою выдал черные метки и издал про нас ужасный приказ. Для меня, а также Васи и Лехи, наступил крутой карьерный закат. Ну а родине, да ей это пофиг, ей хватает малохольных солдат. Ей о чести надо петь, веселиться и китайское шматье надевать. Она в мире ж никого не боится. Вот такая вот бесстрашная мать. Может быть, в самом деле мы стране надоели со своей постоянной непрерывной войной. А давай-ка, дружище, путь свой мирный отыщем, путь свой мирный отыщем из этих вот параной. Вот, размышления такие. Я, конечно...